Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls последней серии. Мы спустились в самый низ Блайттауна. Я не знаю, честно говоря, где именно мы, как называется эта местность. По-моему, это тоже называется Блайттаун. Как бы там ни было, это просто ужасная локация. Здесь даже пол тебя отравляет, летают какие-то комары, какие-то москиты. Короче говоря, местность пока что самая худшая из тех, что мы играли. Впереди сокровища. Ну, давайте осваиваться, как бы там ни было. Так, тут у нас... Спереди. Вы про кого говорите вообще? Я вон там наверху был, и в прошлый раз, по-моему, в предыдущей или предпредыдущей серии убился. Упал неудачно. Так, ну давайте посмотрим. Так, чешуя дракона. Она нам помогла бы, если бы у нас был Дрейксворд. Но его у нас нет, потому что мне не до него, честно говоря. Все, что ли, мы тут... А, вон там еще, может, за решеткой что-нибудь. Потому что мне не хочется с ним ходить. Он медленный и очень быстро ломается. Да, он мощный, конечно, мощнее моей Учигатаны, но мне хватает пока и ее. Но, похоже, больше тут у нас ничего нет. Давайте попробуем позвать Дж.П. Каору. Возможно, он сможет к нам присоединиться. Что у него за меч такой? У него клеймор, похоже. Или нет? Меня просили, возьми и клеймор, возьми и клеймор. Я не хочу с клеймором ходить, я хочу с Учигатаной ходить. Она, видите, какая крутая. Блестит. Ну и под мой декс такой сет, то есть билд. Ты посмотри, опять, похоже, не срослось. Ну да ладно. Короче говоря, под это она подходит лучше всего. Ой, меня опять травить начинает. Тихо. Нарисовался, смотри. Так. Добрый день. Ничего, братень, веди. Я тут вообще не ориентируюсь, честно говоря. А он, похоже, сейчас будет ждать. А нет, побежал куда-то. Так, ты что делаешь? Тебя бьют, и меня сейчас из-за тебя и меня убьют, урод! 309, офигеть. Ладно, просто что-то он растерялся. В результате растерялся я. Ой, черный призрак пришел. И у нас не самое удачное место, чтобы с ним драться. Я не пойду туда, братюнь, потому что просто не пойду. Он там что-то вырезает просто народ. А, он убил темного призрака. И 8869 мне дали. Блин, братюнь, это все как-то прошло за кадром, но я даже не знаю, теперь мне с этими душами надо, наверное, вернуться. Так что спасибо за помощь, теперь ты можешь исчезнуть. Твой долг выполнен, фиг с тобой. Так. Еще один эссус-фласк дали. Видимо, из-за того, что фантом, я не могу опять подойти к фонарю. Ну да ладно. Короче, пусть бегает, пока вырубает, а мы будем осваиваться дальше. Вон он бегает. Так, тут у нас комарик. Он, конечно, небось расстроен тем, что я с ним не бегаю. Но я, честно говоря, тут в первый раз, поэтому я осторожничаю. Бонфайр спереди. То есть бонфайр вон там, я так понимаю. Они про это говорят. Да твою мать! Братюнь, ты там ходи, пока убивай, а я по-нубски буду исследовать локацию. Не буду нестись вперед, потому что... да ты посмотри, что делают эти души, мне не хотелось бы просрать. Бонфайр спереди. Яд. Ну, про яд-то я, допустим, знаю. Чё он там делает? Кого он там вырубает? Ну, побежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Так, ну ладно, у нас аптечек до хрена, так что ничего страшного. По идее, надо было, конечно, с темного призрака забрать. Вы посмотрите, да, как у меня мало снимает яд. Вот оно, сопротивление яду. Вот оно, дает исцеление. Почему я ничего не могу брать? Да что ж такое? Что это на мне за фигня вообще? Ой, опять я не то использовал. Ой, блин. Моя усталость меня угнетает. Данкпай. Ладно, пофигу. Данкпай. Ладно, та хрень пусть лежит. Так, ну что, последнее. Я, пожалуй, предпочту... Да, вообще-то использую. Ой. Это же паучья нора. Так, ну нафиг, давайте-ка мы наденем лучше нашу броню, несмотря на то, что у нее яду сопротивления лучше, но... по крайней мере... яда я тут не вижу. А вот босс спереди. Блин, у меня 11 тысяч... Я даже не знаю, честно говоря. Удачи. Блин. Но пока что с нами парень. Давайте попробуем. Попробую пробежать. А, да, мне говорили про этих. Их лучше не трогать. Из них полезут личинки, с которых никакого дропа особого не будет. Так. Тебя призовем. И пофигу, пошли. Подлезет, так подлезет. Давайте посмотрим, что это такое. Ой, ненавижу пауков. Ой, какая пакость. Ой, какая пакость. Но это я сразу вижу, что это проблемы. Осталось только, чтобы сейчас в дверь кто-нибудь позвонил, потому что в игре нет паузы. Ну ладно, с нами сильный напарник, у которого полной жизни, так что будем... Ух ты! Сички. Будем уповать на него. Как бы там ни было, короче, посмотрим. Блин, ты посмотри, да? Цыпа. Зая прям. Ведьма хаоса Квилак. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Это лава, это не к добру. Все, похоже, нашему напарнику край. И мне тоже, да? Понятно. И 11 тысяч душ моих тоже на смарку. Я не думаю, что я ее победю в следующий раз. Потому что я не знаю даже, как добраться сейчас до нее, потому что у меня нету лечилок от яда. Блин, я не думаю, что я сейчас буду туда возвращаться. Мне просто нечем ее бить. Просто дело в том, что я сейчас до туда добегу, и... по дороге меня заразят ядом. Не знаю, что же делать-то. По дороге меня заразят ядом, и жизни будут постепенно убавляться. А лечилок у меня нет. Так что давайте-ка мы попробуем по стеночкам еще полазим, посмотрим, что да как. Так, комарики. Короче говоря, этот босс, ну, насколько я видел, он не такой сложный, как может показаться. То есть он неповоротливый. Она. Но при этом у нее есть удары по площади. Надо как-то вычислить, когда она их делает. И в эти моменты... Иди сюда, дорогой. В эти моменты как-то отпрыгивать, что ли, я не знаю. Разберемся, короче говоря. Не впервые. Не с такими справлялись. Ой-ой-ой. Вот это нехорошо. Тихо. Да твою мать! Насекомые, вы чё борзеете-то? Уф, чуть не траванули меня.
человечность. Зачем ты предлагаешь мне человечность? Что мне с ней делать? Так, погнали сюда. Вон там у нас подъем какой-то, я думаю, что в итоге мы найдем что-то неплохое. Колесо какое-то. Куда это? Куда это мы идем? Ага. Так, ну-ка. Я правильно понял? Типа мост. Ну, мне, конечно, еще попасть нужно. И куда это? Куда-то наверх. Куда идти? Давай, давай. Я примерно представляю, где мы находимся. Хотя не представляю, но, короче, мы поднялись обратно наверх. Может, это у нас будет какой-нибудь срез в итоге, который мы откроем. Ох, тварь. Давайте осматриваться, что у нас здесь есть. Да хватит, а! Ладно. Как ты погиб? Ты побежал туда. Ты хотел спуститься. Ты прыгнул. Ну, куда-то не туда попал, похоже. Так, тут у нас вверх. Давайте попробуем. Да нет, не лезь. Я почитать хочу. Путь. Куда этот путь? Ух ты! Пакость-то какая там спряталась, а? Так, ладно, куда мы попадаем в итоге? Опасайся снайпера. Где мы вообще? Яд спереди. Ну, значит, нас сейчас начнут шарашить. Я так понимаю. Да. Ты смотри, да, как быстро заражает. То есть с первого выстрела уже почти полная шкала. Понятно. А если я тут поднимусь, я смогу его убить? Ага. А вот и ты, хрен. Мы сейчас поквитаемся с тобой. Ой, ты мне за все ответишь. Где ты? Убежал? Слабак. Тихо. Ах, скотина, траванул. И, блин, еще. Так, тихо. Этот яд будет долго выветриваться. Да, блин, лечись, братюня, лечись. Единственная моя надежда, что мы сейчас найдем где-то здесь бонфайр. Purple Moss, она не от того лечит, по-моему, да? Да, это не то. Блин, ну, короче, без шансов, я уже фактически на том свете одной ногой. Хотя он там у нас... Нет, это просто собаки. Так, вниз туда спускаться, не спускаться. Я не знаю, все, короче, моя песенка спета. Это печально. Сюда вообще стоило идти, нет? Давайте, по крайней мере, ништяков попробуем набрать. Душа рыцаря. Хотя я могу пережить, конечно, этот яд. О, неужто? Лично нам повезло. Сегодня день крайне неплохой, ребятушки. Ну, раз уж у нас все так неплохо сложилось, давайте осматриваться. Так, секунду.
Короче, вот так. Очень нам повезло, что мы нашли этот кусочек травы. Я не знаю, как его назвать. Но, короче говоря, внизу у нас, по идее, ничего хорошего. У нас эти огненные собаки, они дохнут с двух выстрелов, очень слабые, но при этом их много, и они, скорее всего, меня сейчас просто могут зажать. Они ждут уже. Раз, два, три. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? У меня есть... Ой, блин! У меня есть, как обычно. Да твою мать! Ну, как я и говорил. Ладно. Блин, игра не прощает ошибок. Один неверный шаг, я нажал не ту кнопку, и мы упали. Ну да ладно, по крайней мере, посмотрели, что у нас здесь. Здесь, я так понимаю, нам сюда вообще не нужно идти, где мы только что были, но там какие-то ништяки лежат, поэтому, пожалуй, в этой серии мы займемся тем, что сходим туда еще раз. Вообще, что я делаю в Блайттауне безо всяких лечилок, я, конечно, не знаю. По идее, мне нужно вернуться бы назад. Да вообще по лесу побегать. Но как бы там ни было, мы пока что бегаем. И мне кажется, что вот на том подъеме... Да твою-то мать! Что на том подъеме мы в итоге попадем обратно. И таким образом выберемся из этого городка. Хотя могу ошибаться. Блин, с другой стороны, конечно, вон там у нас... Это паучье гнездо. Блин, ну я просто не смогу туда попасть с таким сопротивлением яду. Меня просто убьет. Хотя, возможно, здесь как-то получится оббежать по островкам. Здесь есть островки, нет? Вот, допустим, один островок. Так, муха, иди сюда. Давай. Печально, конечно, что я тогда оставил у босса местного 11 тысяч, но что ж поделаешь. Такова, как говорится, судьба моя. Так, ой, тихо. Возможно, мы в итоге так и попадем, не задев никого. Отлично. Так, там еще комарик бежит. Большая душа. Так, отходим. Давай, дружок, ко мне, к ноге. Давай, тю-тю-тю, давай. Оп! И ты, все. Все. Хорошо. По идее, тут, как видите, какой-то обход, похоже, есть. Praise the sun. Да, помолимся солнцу. Слезы. Ну, у меня скоро пойдут слезы, я так думаю. От этой локации. Тихо. Ух, тварь. Ну ты мне за это ответишь. Это тот здоровяк опять. Ой, ой-ой-ой, вас двое. Вот это плохо. Ой, сколько у вас здоровья-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Большая дубина. И пирог свой долбанный. Заколебали уже, честно говоря, своим пирогом. Ох, хорошо их Учигатана рубит. До кровотечения прям. Кровотечение у них сносит, конечно, порядочно. Так, ну и вот, видимо, такой путь. Не попадая в яд, мы можем таким путем пройти. Так что давайте попробуем еще раз туда. Тихо, нет, этого нам не нужно. Самое главное, чтобы пиявок больше не было. Я их что-то боюсь прям натурально. Подожди, а тут мы как пройдем? Там у нас, насколько я вижу, твердой земли-то нет. Вон у нас твердая земля, но до нее дойти это тоже, конечно, та еще проблема.
Давай, 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 пошел, 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 пошел. Ах, тварь, траванул все-таки. Бляха-муха. Нет, тут все-таки будет предпочтительнее вот эта броня, потому что с ней хотя бы не убавляется так сильно. Так, ну, к сожалению, у меня нечем это лечить. Но, по крайней мере, дорога более-менее понятна. Так, ты один тут такой или у тебя друг есть? Подружка, вернее. Потому что вы все тут девочки. Хорошо. Ах, пакость. Давай, где-то там. Ой, еще один идет. О, хорошо тебя. Ай, отпрыгивай. Мазафака. Давай. Смотри, что творят. Блин, яд меня просто рвет в клочья. Дайте мне, пожалуйста, лечилку, а. По крайней мере, с них здоровье мне дали. Так, ну я думаю, что... Вот еще один. Вот эти ребята. Иди сюда. Блин, я забыл, что он так может делать, твою мать. Так, может я переживу этот яд? У меня, конечно, аптечек в итоге мало окажется. Братень, ой, блин, еще вы летите. Давайте, подлетите сначала. Тварь. Да твою мать, без тебя тут тошно. Братюнь, иди сюда, а. Иди сюда. Так, у него почти не осталось жизни. Но там опять летят эти комарики. Это же просто какой-то кошмар. Надоедливые твари. Так, комарики, идите сюда. Ах, скотина, вы видите, да, какая реакция? Так, ладно. Все, я почти избавился от этой болезни. Но, конечно, 6 аптечек это печально. Нате в пердак, дорогой. Проктолог из меня, конечно, хоть куда. Так, опять летел, что ли? Твою мать, да сколько вас тут? Все, почти, почти прошло. И, кстати говоря, вот это вот, вот это кольцо, которое в итоге прибавляет мне жизни, с каждого убитого врага, это серьезное подспорье здесь. Так, ладно, вроде прошли. Теперь... Где в этом паучьем гнезде вход? А вот он. Я не думаю, что я 6 аптечками смогу что-то ему противопоставить, но по крайней мере, давайте... Давайте пробовать. Не попробовавши, как говорится, не узнаешь. Единственное, что меня обламывает, это то, что путь к ней такой долгий и такой тяжелый. Так, с этими не связываемся, их трогать лучше вообще не надо. Они как бы лежат себе и лежат. И постараемся, будем надеяться, у меня же человечности нету. Я хотел сказать, призвать кого-нибудь на помощь. Не получится. Придется в одиночку все это проделывать. Так, красавчик ты мой. Погнали. Надо придумать против тебя тактику. Ну вы, я думаю, понимаете, да, что в этот раз я точно умру. Ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, сколько жизни она сносит. Нет, это пока что мне не по уровню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, сюда я рано пришел. Это первый босс, про который я точно могу сказать, что еще не время. Так, и как к тебе подойти, если ты тут все в лаве? Так... Хьюстон, у нас проблемы. Вот сейчас прекрасный момент ее бить.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, это без шансов. Так, тварь. Не, ну... Понятно, что долго так продолжаться не будет. Вы посмотрите, я сколько ударами сношу. Даже учитывая, что она такая неповоротливая, сейчас мне просто некуда деваться, если она побежит. Так, давайте маленько отойдем. Надо маленько пространство для маневра. Целься на нее, целься. А, тварь. Ой! Я еще живой. Ненадолго, конечно. Ох, твою мать. Так, короче говоря, надо выбираться из Блайттауна. В принципе, с Блайттауном мы покончили уже 100%, но босс мне пока не по зубам. Надо возвращаться сюда после того, как я, скажем, не знаю. Короче, в другое место нужно идти. Я с этим боссом пока не справлюсь. Как минимум, нужно закупиться противоядиями. В целом, я ему половину здоровья отнял. И если бы у меня было больше аптечек, у меня их всего 6 было. Да не в аптечках дело, просто получил огрём. Можно его, можно такой сложности убить, но очень сложно. Так, братья, иди сюда. Так что сейчас мы по новой попробуем подняться на том элеваторе и будем надеяться, что что-нибудь это нам в итоге додаст. Потому что я хочу вернуться, я еще по лесу не ходил. Мест, куда я могу пойти, еще предостаточно. Так, все. Короче говоря, эта серия закончится либо на том, что я умру, либо на том, что я доберусь до ближайшего бонфайра тут наверху. Тихо. Но если я вот так вот буду глупо себя вести, то, скорее всего, я умру просто. Так, ладно, не буксуй, братья, не буксуй. Интересно, здесь есть другой подъем какой-нибудь? Сейчас разберемся, короче говоря. Мне кажется, она приведет нас к самому началу данного места. Так, хорошо. Самое главное не убиться в конце, когда она уже поднимает нас до самого верха. Там очень опасное место, пока она переворачивается. Можно улететь. Сейчас вот. Так, ну ладно, вроде порядок. Дальше. Тут нас сейчас будут атаковать комарики. Москиты скорее даже. Внешне они больше на москитов похожи. Так, ладно. Сейчас второй прилетит. А мы пока будем подниматься наверх. Где-то там у нас стрелок ворошиловский, стреляющий гадостью. И кроме того, мы в прошлый раз тут забравшись, огребли от ребятушек. Подожди, куда вот это ведет? Вот это, я думаю, на выход будет. Вон там в прошлый раз мы умерли. Позапрошлый. В прошлый раз мы получили от босса. Ой, ладно. Короче, нужно как минимум провиантом запастись. Так, ты тут ты что тут делаешь, короче говоря? Я думал, я уже подхожу к выходу с данной локации. Ты меня расстраиваешь. Комарик прилетел. Два комарика. Отлично.
Пожалуй, я все-таки останусь в этой броне. Она очень хорошо защищает от яда. Надо будет ее, конечно, прокачать, то есть найти или купить титанит обычный и с его помощью прокачать все. Для этого мне потребуется где-то 15 кусков. Я думаю, сейчас около леса мы этим и займемся. Будем зарабатывать эти вещи. Потому что по броне она гораздо слабее моей кольчужной, но вот по сопротивлениям всяким. Так, мне говорят, опасайся толстячка. Толстячок это, я так понимаю, эти полуразложившиеся твари. А вот и он. Так, ну что, болезный? Оп! Я к вам уже приучился. Так, ничего не дал. Попытайся выманивать их. Но я это уже как бы знаю, к этому приучился. Да, что-то есть у меня ощущение, что мы идем к еще одному выходу с данной локации. Так, братья, у них, ой, сразу два бегут. Ничего, и с этим мы тоже справлялись. Блин, сейчас понты мои меня точно, как обычно, угробят. Давай. Да твою мать! Ну что ж такое? Так. У нас... О, твою мать! Так, попробую их выманивать. Короче говоря, места жопораздирающие. Давайте я, чтобы... Короче говоря, чтобы вам не наскучило, в следующей серии прямо с этого места, с этого подъема и начнем. Хотя, собственно, начнем с самого начала, потому что очень многие пишут, что им интересно смотреть вот эти вот смерти. Игра сложная, и чем дальше, тем больше смертей будет. Привыкайте, если вам это не нравится, то я с этим ничего поделать не могу. Как бы там ни было, с ведьмой Квилак мы будем разбираться сильно позже. Пока что я не могу, пока что я не сдюжил. Как бы там ни было, короче говоря, увидимся в следующей серии, попытаемся в ней таки выбраться. Мы были очень близки, я чувствую, к выходу, но нас убили. Что ж поделаешь. Сложно, сложненько. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.